Вот, дорогие мои, аптеки в Анталии. Аптеки в Анталии вот такие. Эзгане. Эзгане — это значит аптека. Вот, что я хочу сказать, что вы можете лекарства любые здесь взять тоже. Аспирин. Аспирин вар мы сезде? Аспирин. От температуры. Атештен горсайдан, атештен илашар горсинлер. Джоджохларын, педитурлар. Вот такие есть лекарства, пароль. Это аспирин, это тут парацетамол, все. Вот это от детей педитуз. Вот это детский педитуз. Если детишки ваши будут болеть, колпол, все есть здесь. Аспирин. Башагарсынан варм, башагарсынан. От головной боли, сейчас я спрашиваю, как и есть. Чтобы вы видели, как и есть. Вот, Majestic. Вот такие от головной боли. Фестал да варсис, да? Фестал даже есть здесь от желудка. От желудка, фестал, вот. В общем, все лекарства здесь, которые есть, продаются на территории СНГ, здесь тоже есть, только они под другими названиями. Вот, поэтому антибиотики только по рецепту. Антибиотики рассчитали, а? Антибиотики все по рецепту. И еще вот здесь вот зимние чаи есть, пожалуйста, вот они. Они вот, атом-чай называется, вот. Это вообще самый супер. Вот посмотрите, бепантол тоже есть, тирафлю, типа тирафлю здесь есть. Детское питание, пожалуйста. Вот соски, мозги, все-все, для даже для женщин, для молока, чтобы... Вот все-все-все здесь есть для детей. И самое главное, супрадин, вот это витамин есть здесь. Очень хороший витамин, когда вот зимой, особенно я пью его, помогает во всем. Комплекс витаминов, комплекс витаминов, вот. И тут масла все есть, вот смотрите, все масла, вот они. Это не лекарственные препараты, это так, чтобы это. Вот так вот. Так что аптеки Эзгане называется. В некоторых местах апотека называется, но это специально, чтобы наши понимали. А так, Эзгане. Всех вам благ и с наступающим Новым годом. Я не иллар нас здесь. С Новым годом я их тоже поздравил. Всех вам благ. Пока-пока.